шоколаде. Валира! И... Так, это Рексар! Тоже. Да начнется. Интересно. Охота. Какой будь сегодня начеку. Лустрик будет. Эдвин, пожалуй, нам попозже пригодится. Твич показывает, что у меня до сих пор один зритель. Какой-то он упорный, уже давно смотрит. Интересно, что ли? Не знаю, по-моему, какой-то детский лепет у меня тут. В игрищах моих. Как это можно смотреть? Ну, спасибо. Все равно спасибо. О, как. Так много вариантов. Эй, у меня есть вкусняшка. Хочешь купить? Мама. Вот что было в прошлой игре и что сейчас. По-моему, вполне годная. Эй, у меня есть вкусняшка. Хочешь купить? Карта нам пришла. Будет смешно, если мы эту игру выиграем за счет этих питомцев. Да. Вроде... Вроде надо чем-то сыграть. А монетку мы уже потратили. Может, оно, конечно, и неплохо, что мы ее потратили. Так, но мы, наверное... Да, Анклифф, конечно. Анклифф, конечно. Выставлять в этой ситуации не очень, но... Наверное... Решится. Уэй-уэй. Это тоже... Интересная штука, особенно с нашим веером. Да. Потратили мы монетку. И пришли к нам. Эти звери лютые. Интересно. Мои глаза всегда открыты. Ко мне! Училка-то нам. Лечилка все равно, что училка, она нам поможет. Я так подозреваю, что она нам поможет.
Интересно. Да не то слово, как интересно. Миша. Здравствуй, Миша. Так много вариантов. Так, ну ему придется биться за пианиста. Я так подозреваю. У него, кстати, карты-то немного на руке. В отличие от нас. Интересно. Пока зрителей нет, можно и отдохнуть, помолчать. Упорный зритель закончился. Это просмотр. Я спустил собак. Так много вариантов. Дело сделано. Не хватит здоровья просто, просто. Мы не успеем его убить. Ему всего 6 ходов нужно. Это я спустил собак. Там с предсмертным хрипом-то немного чего было, да? Практически ничего не было.
Интересно. Так, ну один ход мы сейчас отыграем. Но всего один. Здоровечка нам не хватает. Так. Мои глаза всегда открыты. Этому парню конец. И мы прикончены. 5 и 2 как раз, да. 5 и 2 как раз. Команду скорострельность может что-то вытащить. Команда взять нас не берет. Сколько у нас остается-то? Нам тоже не хватает, да? Или хватает? Нет, хватает, чё я? Нам хватает. Хорошая как раз. Я сдаюсь. Сыграно. Первая победа. За Рогу.